сейчас находимся в отеле «Пират» и идем заселяться в номер. Нам уже дали ключи, покажи наш ключ от номера. Вот он. Пойдем заселяться. Пошли. Наши вещи уже там, их отнесли в номер. Здесь вот есть такие таблички с номерами, указанными, где какой номер. Нам вот сюда. У нас вот такой вот дворик получается. Мы будем жить на втором этаже. Да, это круто. Вот наш номер. Открывай. Туда толкай. Так, ну и давайте смотреть. Ярослава вставила карточку, это для того, чтобы загорелся свет. Да. Все по порядку, начнем с ванной комнаты. Проходите. Вот она. Да, вот, ребята, наша ванная комната. У нас есть здесь полотенечки, вот такие шкафчики. Которые не открываются. Мыло. Смотрите, сколько много здесь всего интересного. Нам дали шампунь, гель для душа, бальзам. Это что такое? А, это ушные палочки. Очень интересно в таких пакетиках. Ушные палочки, пилочка. А это что такое? Бритва. Да, это станок. Еще с кремом сразу. А это что? Здесь я не знаю, что это такое. Зубная щетка. Представляешь, одноразовая зубная щетка. А это что? А это спонжики. Спонжики мои. Да потом возьмешь, зачем они тебе сейчас? Ну, в общем, вот такая вот ванная комната. И есть вот здесь у нас душ еще одна, да. Открывай, не бойся. Такой большой. Вот кажется, что она вот таким размером, а тут она и больше становится. Да, вот такой душ. Также у нас есть халатики здесь. А, вот это мне закрываешь. Все, ванную комнату показали, пойдем теперь дальше. Пошли. А здесь у нас гардероб. Тут есть вот такие вот шкафы. Вот тут такое для одежды, еще сейф есть. Ну, это обычный шкаф для одежды, да. Сейф. В нем есть сейф, тапочки. Ну, тапочки нам не нужны. И сейф. Ну, еще такой вот тоже обычный, да, шкаф. Да, еще. А это у нас спальная комната, в которой мы будем жить. У нас есть вот такой вот диванчик, на котором я буду спать. И еще вот такая вот кровать, на которой будут спать мои родители. Да, у нас уже здесь сидит наш Бэби Борн. Кстати, здесь есть, видите, сколько подушек, можно себе выбрать. Одна подушка помягче, а другая чуть тверже. Есть у нас телефон, шкаф, карандаш. Карандаш. Смотрите, какой у нас вентилятор прикольный над кроватью. Ну, тут выключается. Можно выключить, можно включить. В комнате у нас есть вот такой большой телевизор. Ну, здесь можно попить чай вечером, чашечки, чай, кофе. Здесь вот у нас холодильник. А, кстати, что мне больше всего понравилось... Это, конечно же, вот такие вот живые цветы. Живые? Да, живые, настоящие розы. И правда живые. А еще у нас есть балкон. Пойдем покажем ребятам вид он с балкона. Он с сеточкой. А с балкон с сеточкой. Тяни, нет, в сторону, вот так, да. Одна вот дверь открывается, а потом это еще сетка. Сеточка. Чтобы комары не прилетали и не кусали. На балконе у нас стоит столик и стулья. Можно посмотреть, посмотреть. Да. И вот такой вот вид получается во двор. Опа. Здесь соседние домики. Ага. Ну а сейчас у нас время обеда, и мы спешим на обед. А потом придем и будем уже разбирать наши вещи. Да. Пойдем. Интересно, чем же кормят в этом отеле?
Пойдем смотреть. Пошли. Привет, пират. Привет. Это детское меню какое-то. Видишь, можно взять тарелочку и набрать себе макарон. Смотри, что есть еще, Ясь. Что ты любишь? Какая-то картошечка, сосиски, наггетсы. Ты будешь макароны кушать? Да. А супчик? Супчика еще надо набрать. Не хочу суп. А нужно? Поедим супа еще. Смотрите, какой на столе пират. Смотрите, ребята, сколько вкуснятины, какие торты, десерты. Какие пироженки интересные. Класс. Глаза разбегаются, не поймешь, что же скушать, что же выбрать. Мы уже накушались и теперь возвращаемся в номер. Да. Сейчас пораскладываем свои вещи, переоденемся и потом пойдем дальше гулять. Угу. О, привет. Привет. Ой, куда вы? А ты куда? Мы в номер. Не знаю, куда я. Мороженка не хочешь? Нет. Нет. Мы уже с Ярославой вышли из номера, разложили свои вещи, а теперь идем поиграть на детской площадке и посмотреть мини-зоопарк, который есть в отеле. Да. Пошли. Пошли. Нам сюда. Да? Да, в другую сторону моря. А сюда площадка и зоопарк. Я поняла. Там еще батут есть, кстати. Ну, сейчас посмотрим, что там за площадка, какой батут. Нужно пройти через магазины к этому зоопарку. Видишь, какие костюмы пиратов? Да, классные. Даже мячи есть, барабан есть. Да. Смотри, какие холенькие. Угу. О, мозги. Попрыгаем на батуте сначала? Да. Мы, кстати, сегодня уже были в детском клубе. Ярослава там сделала поделку. Мы, если что, покажем ее, когда будем в номере. Ага. А пошли куда-то. Уже все, напрыгалась? Да. Пойдем дальше? Я ну, обувайся, пошли. Я же еще приду сюда. Здесь даже можно в теннис поиграть. Вот такие два стола для тенниса есть. Ну и, в принципе, мы уже пришли на площадку. Да. Здесь одна такая большая площадка, она не возле моря находится, ну, в конце вообще всех домиков. А есть еще детская площадка на море. Вот такие здесь качельки. Вот такие качельки мне точно нравятся. Лошадка, да? Крутая, на пружине. Да у меня пружина сильная. А ты видела, какие здесь еще качели? Садишься, пристегиваешься, чтобы не выпасть. А на ремне безопасности. Деток. Да, для маленьких для деток. Маленьких. А вон, смотри, еще какая есть качелька. Но она повыше. Да, здесь все продумано, сделано. Это для деток, которые постарше. Она повыше сделана, а то совсем низенькая качелька. Не надо мне пристегиваться, я не хочу. Не надо, конечно, тебе пристегиваться. Зачем? Вот я вот так просто пристегнусь на все. Ну, такие площадки нравятся. Нравится? Да, я, кстати, же на нее еще не ходила. В общем, мы каждый раз, когда выходим, находим что-то новенькое в этом отеле. Ага. Она прикольная, я сюда каждый день буду ходить.
А вот эту горку? Давай. Класс! Да, еще раз! Раз, два, три, спускай! Давай, с трубы поедешь, да? Это совсем маленькая. Горок мы уже покатались. Теперь идем дальше. Мотоцикл. Погоняешь на мотоцикле? Ага. Тише, ты выпадешь. Ну пойдем теперь посмотрим зоопарк. Пошли. Ой, сейчас как лезла. Зоопарк здесь небольшой, и животных, конечно, здесь мало. Они сидят вот за такими клетками, но я надеюсь, что вам будет видно. Смотри, какая курочка. Беленькая, мохнатенькая. А может клюнуть? Да нет, что на тебя клюнет? Ну, клюнет. Да, здесь что ты испугалась? Смотри. Прибежала, это обезьянка. Привет. 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 А вот смотри, малыш, это мама, это ее ребенок, видишь? Маленькая-маленькая. А пойдем посмотрим на павлина. Он как раз хвост распустил. Смотрите, какая красота, какой павлин. Вот это раскрас. А здесь кролики, да, смотри, канистру обрезали, и они там сидят, кушают в канистре. Это их не домик, нравится им так. Он два беленьких бегает, а это серенький там кролик сидит. Вот, видишь, выглядывает. В одной клетке и кролики, и павлин. О, да что ты так боишься? Здесь попугаи, птицы разные. Смотри, Ярослава, посмотри на низ, на пол посмотри. Ты видишь, какая красота? Он такой маленький. Какой попугай красивый. Если вам видно, как бы его показать ребятам? Он настолько яркий, я таких еще ни разу не видела. И здесь же в этой клетке сидит тот попугай, который встречал нас на ресепшене. Видишь, вот он? Да. Да, его уже принесли, посадили. Она. Он бы сказал маму тут. Вон, кушает тут попугай большой. Мама. А один еще наверху. Мама. Мама. Привет. Что мы прошли? Пойдем, качельки. Да. На ней можно вдвоем покататься. Еще и сзади может кто-то сесть. Слышала? Да. О! Да. Есть еще вот такая вот пчела. Полетела, Ярослава, полетела.
качели на пружинах. Мы пойдем посмотрим последних там животных. Это мы видели, это попуги, а это... Ну, слышь, разговаривается. Вот это да, звуки. А это я не знаю, кто это. Какие-то тоже птицы. Утка какая-то непонятная. Даже не знаю, что это за утка. На них здесь вот такой бассейн сделали. Капуста в нем лежит. И очень интересная уточка здесь. Ну вот, в принципе, и все. Мы показали и площадку, и мини-зоопарк. Ты куда, Ясь? На горку? А куда? А, тебе так понравилась эта лошадка, что ты будешь на ней кататься? Да. Ну, катайся. Тихо, тихо. Я чуть не вылетела. Друзья, кому понравилось это видео, подпишись на мой канал и подпишись на мою группу в Инстаграме. И поставь лайк. Пока-пока!